Всем добрый день, солнечного дня. Сегодня 24 апреля 2023 года. Говорит и показывает Хариш. Мы вас приветствуем на канале компании Кахаус. Ставьте пальчик кверху, пишите комментарии, отзывы под нашим видео и вообще на нашем канале. Хочу сегодня показать вам на съем у нас помещение очень хорошее, в хорошем месте, там, где есть стоянки. То есть тут много народу, будем говорить, ходят и проезжают, но стоянки более-менее свободные. Притом помещение находится в центре города Хариша, в очень хорошем месте, на пересечении нескольких улиц. Это Дерехерес, Сейлон, Шуам. И с другой стороны въезд в новые районы, это Апрахим и Мауф. Тут также есть рядом вот автобус на остановке. Вот вы сейчас видели, проехал 22-й автобус, 71-й автобус. Вот там еще едет это 27-й автобус, который идет с Хинанита. Хинанит, потом еще деревень, короче говоря, которая находится в том месте, на восток. Вот в таком хорошем месте вот этот помещение. Это давайте пройдемте посмотрим. Оно огромное. Тут есть две двери, два входа. Вот один, вот второй. То есть можно сделать очень хорошо. Там, допустим, в одном входит, в другом выходит. Или даже разделить это помещение, если кому-то надо. Помещение примерно 100 квадратных метров. Сейчас отсюда только выехали. Из-за этого тут такой маленький балаган, скажем так, беспорядок. Был тут продовольственный магазин, они переехали в другое место. Знаете, как я сказал, что тут есть два входа. Вот один, вот второй. Значит, вот такое помещение. Также подсобные помещения тут есть. Сейчас я попробую осветить, как говорится, чтобы было нам все видно. Значит, это у нас подсобное помещение такое большое. Просто огромное. Вон там дальше тоже. Значит, тут есть один туалет. Это, скажем, как бы рабочее помещение для рабочих. Ну вот, тут кладовка, естественно. И сейчас дальше пройдемте, посмотрим. Есть еще одно. И вот комната этой безопасности. Вот и с той стороны, там, где дверь вы видите, это туалет еще один, который можно закрыть. Вот такое помещение. Пожалуйста, если кого-то интересует, звоните нам на телефон 053-53-26563. Как я сказал, что находится в очень хорошем месте и цена очень доступная. То есть все подробности вы можете узнать у нас в агентстве Экохаус. И также, если кому-то нужно, есть и другие помещения у нас, и на съем, и на продажу. У нас есть сейчас хорошее помещение на продажу по очень низкой цене. 100 квадратных метров, если кого это интересует. Звоните нам. Еще раз наш телефон 053-53-26563. Всех наступающим праздником независимости. Мирного всем нам неба и всего и благополучия, и всего наилучшего. До свидания.